Ну что, всем привет! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.budoshin.ru, www.budoblog.ru и www.makivara.ru. Сейчас я нахожусь в Брянской области, на границе с Черниговской, то есть Украина, Россия, здесь рядом, буквально через речку. Именно сюда я приехал, чтобы позаниматься охотой подводной, именно в этой речке, речка Судость называется. Но куда бы я ни ехал, я всегда тренируюсь. Беру с собой макивару, вот она лежит здесь. Я только что потренировался. И обязательно для вас я записал целый ряд подкастов по работе с макиварой на МБШ. Именно с ней непосредственно. Таких подкастов я еще не выкладывал. То есть тут затрагиваются те темы, которые я еще на своем канале не прописывал. То есть на Ютубе, не в там, блоге моем, да, www.budoblog.ru, я не говорил на те темы, которые я записал в этих видеоподкастах. То, что я записал здесь, оно будет освещено в книге, которую мы уже почти подготовили с Сергеем Бадюком. Это книга по макиваре и набивке конечностей. Так что в этом отчете вы найдете много нового для себя. Ну, я надеюсь. А для кого это не будет новое, я думаю, что это будет все равно полезно. Удачи!